Алло. Ну все, я приехал, только мне осталось дорогу. А, ты все, приехал, да? Да. Все, я тогда выхожу. Давай. Окей. Сейчас я быстренько. Так что, давайте там не скучайте. Раз, два, три. Дамы и господа, приветствую вам. Вообще-то здесь должен быть Джон Сина, но ладно. Хей-хей, с вами Хуан Плей, и я вернулся. Нибир сказал то, что вам я очень вам я очень понравился, и поэтому я пришел. Я тут. А, окей. Вообще-то ты сейчас должен говорить, как бы. Да. Я хотел немного рассказать подробнее о своем канале. Ну, в прошлой части я... Нет. У тебя не было... А, ну да. Сейчас, да, мы снимаем еще прошлую часть. Короче, вы увидите на канале. я практически все рассказала, но еще я хочу сказать то, что если вам это нравится, то еще буду снимать какие-то игры, особенно страшилки. Да. Так вот. Вот у меня есть еще тема на том, что как бы я хочу вот немного снимать, вот вы, наверное, знаете эту игру FNAF или Five Nights at Freddy's. Я не буду подробно рассказать, что это за игра, потому что ее все знают. Кто-то захочет, кто-то нет. Смотря что вы мне напишите, чтобы я снимал FNAF. Вы должны написать как бы типа ко мне обращение и типа написать с хэштегом, ну как бы, какой хэштег придумать? Так вот, мы придумали типа хэштег FNAF живи. Я за аптечкой. Да, скажешь, когда типа раз, два, три, два. Так, ты чё, реально упал? Да, я реально упал. Господи, ребята, это не было задумано. Я подумала, я что ты это специально сделал. Не-не-не-не-не. Так вот, хэштег FNAF живи, я, по-моему, это уже говорил. Ну, тогда, так то лучше. И еще у меня будут, типа, такие опросики, и мы будем снимать. Вот еще я буду снимать с моими друзьями. Okay. Я еще буду снимать со своими друзьяшками. Нормально, все нормально. Он там грохнулся, неважно. Так, с ним все нормально, мы его вылечили. Так вот, я еще буду снимать со своими друзьями, например, как Зеро, ты ж не помню, прости, чувак, но я не помню, как твой имя. Моего его зовут? Да. Нет, он поменял. Да? Да. Это мы его не рекламируем, я просто говорю то, что, ну, я привел пример. Еще я буду со своим другом Брендычком, вы его видели, когда мы челлендж вот, исполняли. Вот, челлендж! Да. О, боже мой! Так вот, еще вот нет, я пока что не буду вам говорить, это появится на моем канале. Там кое-какой будет сюрприз. Вот насчет с рисунками, да, вот насчет с рисунками, я их буду уже не чаще делать конкурсы, потому что школьное время я не очень успеваю рисовать. Я показал вам рисунки, но нужен мой альбом. Что я там нарисовал. Ну так вот, и типа... ну да, вот там будет маленький сюрприз, но я скажу, это...